Я знал, что я буду искать пути, как сбежать оттуда. Я не хотел воевать вообще просто. Ну как, свой народ, я не хочу стрелять, во-первых, и я так это к этому пока и не готов вообще, чтобы войти в военные какие-то действия. И тем более я знаю, что там одно сплошное вранье на Украине, я все понимаю это. Ну как, людей обманывают за деньги, заставляют своих же убивать. Много там вранья, если на эту тему можно, я не знаю, часами разговаривать. Ну именно помню, ротный у нас этот, капитан Захарчук. Большинство с нами занимался там молодой капитан Дзюбенко. За нас этот отвечала капитан Правдюк, женщина там. Это я точно помню. Ну, она так воспитательные типа работы проводила там. Был просто этот американцам и обученный, что нас хочет обучить. Типа. Показывал там бой вдвоем, такое все. А потом ну, постреляли, да, приехали обратно. Еще в части пару этих там проводили с нами. Пару занятий, я не знаю, тоже не запомнил. Там как с машины выпрыгивать, вот это все, как стоять, как крутиться там в случае боя. Ну, нам, как мне говорили там в Полтаве, там нас пытались успокаивать психологи, не обязательно, что туда там попадешь, ты не переживай, все будет нормально, как бы, типа того плана. Но я им сразу сказал, что я как бы воевать не хочу против же этот, против своих же я получается как.